Игры получились упорные. Вчера мы сыграли более надежно, были более мобильны соперника, поэтому победили. А сегодня соперник вышел заряженный на игру, переигрывал в многих моментах нас, поэтому результат получился такой, что мы проиграли сегодня. Не было желания поменять вратаря по ходу игры, чтобы как-то стряхнуть? Я думаю, что не было, потому что эти все голы мы сами себе привезли, поэтому вратарь тут особо ни при чем. Поэтому все, что мы, как говорится, натворили сейчас на площадке, это все равно сами вратарь выручал вчера и сегодня, поэтому к нему особых претензий нет. Не могло как-то расслабить ребят, что такая длительная сухая серия была? Да я не думаю, что результат такой, что... Дело в том, что соперник-то тоже неплохой в этом году, поэтому игры были упорные. На игры выходят ребята так-то, у них и желание большое, и все, не всегда получается.